They'll probably hang you, buddy. You coming, buddy? В конце 19 века Америка полным ходом шла к тому, чтобы стать самой могущественной страной в мире. В нее стекались иммигранты, аванпосты превращались в города, и на бескрайний и дикий фронтир стремительно наступала цивилизация. В Red Dead Redemption 2 студия Rockstar Games хочет создать живой мир. Не просто открытый, а глубокий, интерактивный и проработанный как никогда. Боевые сцены, едины с сюжетом и игровым процессом. Делите жизнь, путь и сражайтесь за выживание в составе знаменитой банды. В этой игре мы попытались запечатлеть момент окончания эпохи беззакония и начала современного мира. Вас ждет огромный мир, вобравший в себя все многообразие американского фронтира. Опасные горные тропы, густые леса, дикие болота, бескрайние пустыни, поселения скотоводов, шумные города и многое другое. Вы повстречаете самых разных персонажей, типичных представителей эпохи. Now shoo, please. I'm waiting for someone interesting to turn up. Вам предстоит играть за Артура Моргана, матерого стрелка из банды Вандерлинде, сборище бандитов и изгоев, бегущих от правосудия и цивилизации. We're gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. Всякий раз, как приходится покинуть прежнее место, они разбивают лагерь. Здесь члены банды едят, спят, трудятся, играют и травят байки. Anyway, I got caught by some hill country sheriff stealing a chicken, I think it was, and he decided I was going to be hanged for it. Эти люди — семья для Артура. По ходу игры вы познакомитесь поближе с каждым из них. So, you save the silly bastard's life, then you and him go robbing sheep. Добывая припасы, вы поддерживаете моральный дух банды, а общение с товарищами позволяет узнать о них что-то новенькое или провернуть вместе какое-нибудь дело. В лагере и за его пределами игровой мир реагирует на ваши поступки. Well, ain't this a rare treat? И взаимодействовать с ним можно не только оружием. Окликните встречного всадника. Вступите в перепалку с городским дебоширом. Заболтайте местного шерифа. Припугните свидетеля преступления. И не только. Конфликт можно обострить или же разрядить. Можно завести друзей. Или нажить себе врагов. У всех действий есть последствия. Только от вас зависит, насколько достойно ведет себя Артур. Изменилась система стрельбы и рукопашного боя. Сражения стали сложней и значительно зрелищней. У каждого оружия есть особенности, а реалистичная перезарядка и отдача заставляют думать над каждым выстрелом и следить за ходом перестрелки. Также крайне важно хорошо обращаться со своей лошадью, чтобы она вам доверяла. Hold still, girl. У разных пород разное назначение. На седле и в седельных сумках можно хранить оружие, а также припасы, а на крупе лошади – туши животных, добытые на охоте. Со временем доверие лошади растет, и ею становится проще управлять в напряженных ситуациях. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil's got him. Приглядитесь, вокруг вас богатейшая экосистема. Здесь есть хищники, добыча и падальщики. Звери умны и порой смертельно опасны. You wanna come with me?
Охота – источник провианта для лагеря и денег. Ранить зверя мало, его нужно выследить и добить. Шкуры и прочие трофеи можно продать, а полученные деньги потратить в магазине, у оружейника, в салоне и других местах. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. Этот новый мир проработан до мельчайших деталей. И его интересно исследовать как верхом, так и пешком. Отправившись в дальний путь через всю Америку с бандой головорезов. В следующем видеоролике мы покажем задания, занятия, вражеские банды, грабежи и многое другое, в том числе улучшенную систему стрельбы с механикой «Меткий глаз».